добрый день. Как на вас повлияла голая вечеринка Ивлеевой? Так очень сильно повлияла. Тут цены растут, как на дрожжах. Особенно на яйца. Как говорится, где не прикрыто, туда и бьют. Я из-за них теперь недополучаю подарков на знаменательные даты. Из-за вечеринки? Да. Например, день нашего знакомства. Почему? Ну, мы познакомились на концерте Киркорова. Ну вот, считай, из-за них голубой огонек отменили. Радугу теперь с ребенком в школе рисовать нельзя. Так, глядишь, и до заднеприводных автомобилей доберутся. Надо «Жигули» продавать. Ну, из-за них все. А что делать? Первым пьяным по твоей вине царица, царица. Ой, извините, не то. Я прошу прощения перед всем бабским народом за то, что иногда позволяю себе ходить по дому в одних трусах. И за то, что иногда из них может что-то вывалиться. Люба, я не специально. Прошу прощения, что использовала мужской труд в личных целях своей матери. Для улучшения жилищных условий на даче. Конкретно крыльцо. А еще ты мне как сертик заставляла копать этими тяжелющими бетонными кольцами. Ну а что делать-то? То уже давно все пользуются автономными канализациями от Orange Bio. Для дома и дачи, Люб. Да? Да. Там же биологическая и механическая очистка стоков. Эти септики вообще не боятся механического мусора, Люб. Да? Да? А приобрести его можно с монтажом под ключ. Или вообще заказать, купить и самим установить по инструкции, представляешь? Там вообще легкотня, Люб. Нифига себе! Да! Очистные сооружения Orange Bio созданы, чтобы беречь природу. А где можно заказать-то? Ну, Люб, ну по ссылке в описании, ну сколько можно говорить-то, а? Извиняйся. Извините. Очереди в поликлинику километровые вообще попасть невозможно. А это при чем? Так они там все нагишом были полуголые, а половина из них вообще старики. Их же всех попродуло. Ну вот тебе и вспышка гриппа. Славка из-за них уже неделю в школу не ходит. Я из-за них чеснок в колготках хранить не могу. А Игорь вообще носки все выбросил, перешел на портянки. И проклятые реперы. Моя Настя увидела, закомплексовала по поводу лишнего веса. Вон они там творят, что хотят, а я страдаю. Из-за этого правильного питания. Кстати, что такое чечевица, а? Ориентация север. Я хочу, чтоб ты верил. Я хочу, чтоб ты плакал. Но не надо бояться, что нам надо расстаться. Что нам надо остаться. Не то. Я извиняюсь за самоличный захват туалета на неопределенный регламентом срок. Признаю, что это место общего пользования. Суки, последний островок свободы забрали. В погоне за всеми этими регалиями хорошей жены, правильных отношений в семье, я потеряла всякую связь со здравым смыслом, и случилось то, что случилось. Я не должна была его шантажировать 5-литровкой светлого, зная, как он и другие мужчины сильно его любят. Извините меня. Все, ты доволен? Да. Зато теперь Рыбнадзор не докопается. Почему? Так я все сети сжег. Вот у Киркорова, кстати, хорошая была сеть такая, знаете, ячья у него это, на Ельца. Ловкая. Ну видно, что не китайская. Скорее всего, сам плел. Ну слава богу, у нас хоть сын родился. А это тут при чем? Ну думали, если будет девочка Настя назовем, ой, намучились бы мы сейчас с ней. А Славочка, моя гордость. Вот же Гань молодец. Ну не знает человек, что такое дресс-код. Пришел одет и поел, да и все. Зато извиняться не за что. Единственная моя, светом озаренная. Не то. Ну это Газманов вообще-то! Светом окрылённая, светлая моя! Да, я знал, что твоя сестра у нас в гостях. Но я не знал, что она будет делать депиляцию в нашей ванной. Поэтому случайно заглянул на 5 минут. И сразу ушел. Оправдываться не по-мужски, поэтому сразу скажу всем. В жизни каждого человека бывает ситуация, когда заглянул не в ту дверь. Осознаю, шпингалет отремонтирую. Единственная... Да, из-за них стало хуже жить. А из-за Блиновского мне вообще налог на машину 2 раза сняли. Придется теперь к судебным приставам ехать разбираться, блин. Чтобы стало хоть маленько легче, поставьте лайк и поделитесь.